И что у нас здесь за столпотворение? Таня, что ты там наливаешь? Молоко. Глянь, посмотри, вся стая сзади. Вы хотите молоко пить? Эй, ребята, мамины, эй, зяки. Пошлите дальше, пошлите. Смотри, у меня горло болит. Уже, да? Смотри, что творят. Такие, да мои вы хорошие все. Мамины. Ты козуля, куда ты лезешь? Все, ребята, Шеру полегче, да? Да, Шеру полегче, сегодня глазки лучше. Сейчас капать будем его. Сейчас, Шерчик, посмотри на маму. Ну, мордочка еще тяжелая у нас, да? Морда еще у мальчика у нашего тяжелая. Ничего, все будет хорошо, маленький мой. Все будет хорошо, да. И опять парочка рядом, как всегда. Как она всегда от него не отстает, нет. Ах ты моя золотая. Все, 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 ребятки. Боже мой, Танюш, не повернуться. А здесь у нас ребенок очень тяжелый. У малыша пироплазмоз. Да, зяка моя? Ты мой хорошенький. Мамин. Мамин маленький. Ничего, капельничку сделали. Все будет хорошо. Так, ну вот и все.